38 тысяч молодых деревьев появятся в Ставрополе этой весной. Омоложение лесов города началось с Кадетского. 3 года назад там уже посадили десятки тысяч саженцев сосны, лоха ускалистного, акации и дуба. Однако около трети деревьев так и не прижились. Потери компенсировали уже в этом году. В этом году было посажено 10 тысяч сосны в общей. Из них 5 тысяч было дополнение лесных культур Кадетского леса и 5 тысяч той же крымской сосны в рамках компенсационной высадки перинатального центра города Ставрополя. Появятся саженцы на территории 8 лесных урочищ города. Зеленый фонд Ставрополя продолжит пополнять и осенью. На этот сезон запланировано высадить больше 16 тысяч молодых деревьев.